Всем привет! Меня зовут Леонид, и я управляющий бургерной лавки «Краснодарский парень» уже целый год. Моя история началась с хедхантера. Я откликнулся на вакансию, прошел первичное собеседование, но тогда, при выборе работы, я выбрал другое место, о чем пожалел, и спустя 4 месяца снова начал искать работу и волшебным образом наткнулся на ту же самую вакансию в «Краснодарском парне» на Лиговском 81. Первое, что приходит в голову, это то, что за год мы смогли сделать наш прирост к месяцу больше, чем в прошлом году, опережая инфляцию. Второй результат – это рост рейтинга на Яндекс.Картах. С 4,6 балла мы выросли до 4,8 балла. Это в совокупности показывает всю нашу работу – кухню, сервис, интерьер и тому подобное. И третий результат, наверное, хотелось бы отметить – нашу медиа-активность. Наш Инстаграм очень сильно вырос, у нас залетевшие ролики на много просмотров, на 1,5 миллиона, на миллион. И как бы нашу лавку узнают благодаря этим видео все больше и больше. В первую очередь всегда смотреть на цифры. Любая гипотеза и идея должна подкрепляться тщательным анализом всего прошлого или гипотезы будущего. Только цифры помогут вам в работе. Так как наши лавки уже целых 7 лет, то мы хотим сделать небольшой косметический ремонт в зале, освежить интерьер, чтобы выглядеть более современно. И все круто будет у нас. Всем большое спасибо. Хорошего дня. Приходите.